И смотри, главное, фронт операций Никонцева. Подобрал шайбу у борта. За воротами обыгрался с партнером. Вылез на пятак и в борьбе с соперником отклеился от него. И с лету попал по шайбе в падение. Да, прежде всего, с лету это очень сложный технический элемент. Не думаю, что... Думал Никонцев, что ровно так упадет, но попал по этой шайбе. Ну и давай отметим.